Привет! Привет! Вы на канале Николас Тойс. Сегодня мы идем на выставку котиков. Да. Пошли, посмотрим котиков. Куча снега у нас. И все тает уже. Снег. Да, снег. Тает снег у нас. Ну что ж, идем на выставку котов. Смотрите дальше. Огромный, да, говори, большой. Не поворачивает, видишь? Мама. И все похож на бантика. Пати! Да, забираем. Пати! Побачила эти штучки от замка. Води пати! Води пати! Ну, не пати! Пати! Сейчас понесу 33. 34, 35, номер 36 на второй лифт. Да, 33.
понесу. Как раз этот называется? Это британская короткошерстная, красный. Вот этот красный, затушеванный серебряный пояс. А вот этот вот черный, серебряный, затушеванный пояс. Слушайте, видите, это же. Ага, спасибо. Вот эта кошка продает. Прикольно, тут котик спит. Но держи, чтоб не убежал. Да? Она не 11, да. Она просто светлая, этикированная, я думаю. Хороший крепкий пост. Крепкий, тяжелый костяк. Хотелось бы чуть покороче. Конечности, корпус. Достаточно большие глаза. Оленька, я стою. Крыса. Ой, кишка. Такое смешное. Сливается. Слушай, морда как у крысы, да? Да? Да. Представитель ориентальной породы, черного окраса. Один год, два месяца. Мальчик. Длинное, стройное, круповидное тело, короткая, плотно прилегающая шерсть,
длинный корректный хвост. Миновидная голова. Большие низкого постала уши. Зеленые глаза. Это такое же, только светло. Да, один месяц. Также представительница ориентальной классовой. Длинное тело. Длинные колено. Длинный корректный хвост. Так, а уже нет. Дивимося на потік. А ти? Ні, ну, да, подожди. Широкі на основанні низького поставу. Хороша лінія крови. Виразительні глаза.